Поэтому прежде всего договоренности существуют для того, чтобы вы понимали абсолютно точно, что вам нужно сделать и за что вы получаете деньги. Это очень важно. И чтобы вы понимали, где товар, а где деньги. Что продается, или что покупается, или от чего избавляется, или от чего, что за человека нужно сделать. И чем проще объяснение себе самому, понимаете, люди любят всякие танцы, зажиманцы и прочую вещь. Они там любят дворника оператором метлы называть, понимаете? То вам не надо, вы можете с ним этим языком разговаривать, но в себе не надо говорить. Вы должны четко себе ответить на вопрос, что я должен сделать? От чего тебя избавить? От аллергии, блин? На тебе таблетку. А если я не понимаю, чего его избавить? От всего. Понимаете? Со мной, когда обобщение начинают разговаривать, я... Да. Потому что человек точно знает, какая у него проблема, когда она у него есть.